Se busca un corazón apasionado, no importa que haya sido maltratado. Se busca un corazón que necesite, igual que yo, sentirse un poquitito. Всем здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Елена, как вы уже знаете. И сегодня мы приехали в регион, который называется Пьемонте. Городок маленький, этот милый городок называется Диано Марина. Сегодня день освобождения Италии, 25 апреля, поэтому здесь какие-то манифестации проходят, музыка, в общем, наверное, народ немножко празднует, совсем чуть-чуть. А что еще хотела сказать? А, то, что сегодня такая ветреная погода, довольно-таки облачно, но все равно мы приехали с родственниками, будем делать пикник. Сейчас немножко прогуляемся, я немного поснимаю, поснимаю для вас море. Это замечательно, я здесь не была с августа, мы здесь отдыхали прошлым летом. Сегодня родственники приехали арендовать домик на лето. Вот. И поэтому мы приехали за компанию. Ладненько, пойдем гулять и дышать йодом. Siamo mai venuti in questa pizzeria? No, noi non siamo venuti. Il nostro ristorante. Noi abbiamo il nostro ristorante, veramente. Migliore corse che voglio dire. Sapore amargo della pasta. Andavo buscando sueños olvidados. Nel pasillo izquierdo de mis desengaños. Se busca un corazón que salte de emoción. Al roce de mis manos. А, у меня прямо ностальгия. Мы здесь так много гуляли весь август. А это свободные пляжи. В смысле, что за них не нужно платить. Но нужно приходить пораньше. Я приходила к 7, к 7:30. Занимать здесь места можно и не платить. Дальше уже за каждое место мы платили от 17 евро, по-моему, и до 40. Здесь несколько пляжей. Каждый пляж принадлежит хозяевам. Есть лежаки, естественно, разные, очень много. Каждый день песок расчесывают на ночь, убирают. И вот за это берут денежку. Здесь ничего не убирают, здесь вот они камни, как бы. Ну и мусора особо нет, конечно. Просто какие-то водоросли. Вот музыка слышно. Слышна музыка. Все-таки праздник, конечно. Сейчас, может быть, немножко видео что-нибудь захвачу. Красивенько так красиво. Ветер дует,
йодом пахнет, господи. Здесь я загорала. Еще любила приходить сюда рано. Вставало солнце, выходило из моря. Я много делала красивых фотографий чаек. Такой вот розоватый цвет моря. У меня даже целый альбом есть. Заходите в мой Facebook, там есть альбом «Море с лета», как-то так, 2014. А здесь для пикника вообще, по-моему, идеальное место. Вышло солнышко. Красный колокол играет. Значит, сколько? Киора дес? Дольше. Ровно 12 сейчас, полдень. Ну, пока с ним разговаривает, играется, он не орёт хотя бы так сильно. У него есть зубы, по-моему, ничего себе. Он шипит еще как змея, инкредибели. Он, видите, come serpente. Come serpente. Non si capisce cosa vuole. Lo vuole da mangiare, ma non salato. Ой, ой, que bello. Qui sta cucciando, non si è spento. Salute. Grazie. Ну, в общем, мы уже пообедали, сделали пикник у моря, и сейчас возвращаемся к машине, чтобы оставить там вещи. Такие интересные здесь цветочки, никогда такие не видела на Востоке. Прикольно. Все еще цветет вообще. Сейчас ветер. Я постаралась закрыть микрофон, потому что обычно мой голос сдувает ветер полностью. Ho avuto un uomo che era bello, ne ho avuto un altro che raccontava mille storie, ma ce n'è uno che non ho scordato mai. Lui sapeva amare, solo amare. Сегодня много что закрыто еще, потому что этот магазинчик я помню, здесь, по-моему, все для дома продается, но все закрыто, потому что сегодня праздник. Да, здесь для дома всякая красота. Какие цветы! Ой, какие цветочки! Мои любимые пионы! Ладно, все ушли. Вот у меня родственники идут. Такой милый городок вообще. Очень много зелени, очень много чего цветет. Ну и пальм, конечно, красиво. Много. На каждом шагу магазины с мороженым, барчики, кафешки. Все как положено для отдыха. Скоро здесь начнется уже туристический сезон. Но вообще люди тоже сюда приезжают и в мае, и в сентябре отдыхать. У кого получается. Quando tocchi il cielo sei come un aereo.
А вот здесь вдалеке виден городок, который называется Черво. Это странное слово Черво переводится с итальянского как олень. В общем, город тоже называется странно, олень. А, я ошиблась, вот он в дымке из-за того, что воздух, голубой воздух. Получается, вот он, мы здесь были. И эта церковь, которая прям видна. Очень хорошо отсюда. Здесь тоже были фото делали. Вот они сумасшедшие, в хорошем смысле. А люди, которые купаются тут. А мы, конечно, в кофтах. Тут даже дети купаются. Вообще нормально, свободно. Очень-очень здорово сидеть, просто наблюдать. Вода успокаивает. Меня лично очень. У меня водный знак. Я очень люблю воду. Только плаваю плохо. И боюсь. Люблю и боюсь. Но без моря вообще я не знаю, как можно жить. Я всегда жила рядом с морем. Sentirse un poquitito enamorado. Se busca un corazón ilusionado, no necesariamente obsesionado, que quiera descubrir el lado bueno del amor y que respire cuando esté a mi lado. Buscando besos que se molden a mis labios, que quiten el sabor amargo del pasado. Ando buscando sueños olvidados. Que salte de emoción al roce de mis manos. Se busca un corazón que sienta como yo. Se busca un corazón que quiera amar y ser amado. Que pinte de colores los dolores del pasado. Un corazón que se derrita aquí a mi lado. Que quiera hablar de amores con mis labios. Un corazón desesperado. Чи новий краді, воно чи крада? Sienta como yo, se busca un corazón que quiera amar y ser amado.